Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, у нас тут есть на прокачку кое-что. Но я, наверное, пока не буду транжириться. Так, здесь у нас все по-старому. Так, играть. Подожди, а мы можем прикупить в магазине что-нибудь? Так, можем. Например, Железный Человек. Анимированная. Анимированная. Это что-то новенькое, ребята. У нас раньше была трехмерная, а теперь получается анимированная. Опа, Железный Кулак. Так, при раскрытии переместить следующую разыгранную вами карту на локацию слева после ее раскрытия. Так. Слева, да? После ее раскрытия. А, ну да, ребят, да. Вот это вот я забыл взять. Я понял, почему у меня пропуск новобранца пройден. Твою налево! Это я так долго сидел. Ай, блин. Я думаю, что вы мне писали там в комментариях? Забыл забрать, забыл забрать. Думаю, я же все забрал. Угу. Вот, оказывается, у нас начинается следующий ранг. Твою дивизию. Вот это надо же было так тупануть, а, ребята. Короче, Забу. Я не знаю, кто такой Забу. Анимация на Забу. А как, интересно, будет выглядеть Железный Человек с анимацией? Не понимаю я. А, все, я понял, ребята. Вот, огонь, все это горит. Теперь это не как картинка, а как бы, ну, да, действительно, все двигается, все шевелится. Ну что, друзья, я поехал проходить дальше. Колоду возьмем с тобой первую. Вы мне очень много в комментах написали, какие попробовать колоды. Но я, друзья, что-то вот попробовал там. Как бы не то, что попробовал, прикинул. Но как-то не складывается у меня играть с этими картами. Так, у разыгранных здесь карт есть 25% шанс быть уничтоженным. Я понял, я не буду сюда ставить ничего. Так, Мисти. Мистик, что там? После четвертого хода уничтожает здесь все карты проигрывающего игрока. Оу, щит. Так, Капитан Америка у нас что делает? Другие ваши карты в этой локации получают плюс один к силе. Вот так ты решил, да, сделать? После третьего хода на сторону проигрывающего, так, добавляется глыба. Давай сюда поставлю. Капитан Америка. Что он там ставит? Медузу. Джессику Джонс поставим. Надеюсь, он здесь не будет разыгрывать. Блин, он именно здесь разыгрывает карту. Ну, ё-моё. Ты видел, что у него было? Пам-пам-пам. А бонусы не работают, что ли, здесь? А-а-а, ущет. Поздно, Рэй, поздно. Так, что тут? Ага. Нормально. Последний ход. Давай я сделаю вот так, я посмотрю, что он там. Что он сейчас предпримет? Какую-то карту ему нужна. У него был динозавр, да? Так, походу он, ребята, проиграл. О, воу-воу-воу-воу! А, подожди, а куда у меня Халк-то делся отсюда? Его уничтожили, 25... Ты прикинь, 25% шанс. У него все 4 карты не уничтожились, а у меня уничтожилось, блин. Ты прикинь...
Не, ребят, ну это, ну это как можно назвать, а? Мои карты, именно мои карты уничтожились. Я последнего Халка выкинул, и он мне его взял, уничтожил. Нормально? Зашибись. Ох ты, дикая земля. Нет, ну это, конечно, трэш полный. Полный трэш сейчас был. Мухаммед. Знаешь, мне вот этот Мухаммед и все там подобное напоминает сразу черепашки ниндзя. Там тоже вот это вот. Блин, что я за колоды-то играю? Не могу понять. Что у меня такие? 6, 5, блин, 4. Так, здесь нельзя уничтожить карты. Плюс 3 к силе карте, картам с наибольшей силой. Так у меня нет пока ничего. Закончим ход. Так, медузу. Превращается в одну... Так, превращается в одну из других локаций на четвертом ходу. Ну, посмотрим. Грута поставил. Он поставил сюда Грута. Плюс 3 к силе. Так, с наибольшей... Понятно. Давай вот так вот сделаем. Так, он повысил. Ага, вот что у него было. Блин, наверное. Давай не будем рисковать. Поставим так. Шесть, десять. Так, 18 получается, да? Сюда поставить можно Халка. Халк, это будет 14, да? 14 сил. Так. Вот это вот мне нравится. Блин. Ага, победа. Победа, ребята. Опа. Нормально. Давай затачивать. Новая рамка. Необычная. Тестная карта. Оу-оу-оу. Множитель. Так, при перемещении оставляет свою копию на предыдущей локации. У-у-у. Слушай, а сколько он стоит? Ну, я в плане... По этим. Так, здесь заберем. Здесь заберем. А, бустер я еще не забрал, да? Я думаю, что тут моргает опять. Хочу посмотреть, сколько эта карта стоит. Где он? Где он у нас? Вот он. 2-3. Слушай, мне кажется, надо его взять вместо... Мистер Ренхард. Но 2-3, 2-3, я думаю, лишним не будет. Это уж точно. Так что давай попробуем. Надеюсь, у нас получится здесь все. Джос Темпес какой-то там, или кто-то такой. Ага, вот у нас как раз. Постоянные эффекты здесь удвоены. Ого. Постоянные эффекты здесь удвоены. Так, Мантис. Поехали. А как он перемещаться должен, интересно? Он сам переместится или мне надо будет его самому перемещать? Корк.
Так. Чего? Получить копию карты из руки противника. Угу. Первый урок, которым заполнит локацию, вытягивает карту. Ага, понял. Попробуем заполнить. Колосс. Давай так сделаем. Так, намор. Ага, вот оно что. Постоянно два к силе. Давай Гамору поставим. Я сомневаюсь, что он успеет три карты сюда влепить. Хотя... Две, да? Заполнил, заполнил, друзья. Так, теперь у нас последний ход. Ну что же, посмотрим, что у нас получится из этого всего. По-моему, ничего у него не получилось. Да, ребята. Кукиш с маслом ему. На всю рожу. Вот что я тебе скажу. А у нас получилось все великолепно. Прям по красоте было сыграно. Жалко, снэп не успел нажать. Шторм. Так, подожди-ка, я же здесь не докупил, по-моему, да? Точно. Анимированные. Эпическое. Фига вон там, смотри. Здорово. Оу, 25 кредитов. Плюс таинственная карта. Вот. Добавляет карту белка силы 1 на все локации. Так, и здесь еще мы не взяли. Вот он, Сентинель. Анимированная. Эпическая. Еще 4. Вау. Так, буст. И... Ага. Вы всегда берете эту карту на втором ходу. Не раньше. Вот у них и домино появляется. Так, здесь... Блин, не хватает, ребят. Опа. Фига себе. А, это вариация Денхипа. Понял. То есть это просто карты. Ну, рубашка. Рубашка, скажем так. Ну, нормально. Так, ну что, попробуем создать еще, ребята, одну колоду сейчас. Добавим. Так. Не знаю, железный кулак нужен ли мне. Я так и не понял. При перемещении оставляет свою копию на предыдущей локации. Ну, как он перемещается, я не понял. Возьмем этого. Зря вы говорили, что Гамора фигня. Гамора очень даже неплохая, ребят. Вот как по мне, Гамора вообще топ. Джессика Джонс тоже красота. Так, с кого бы еще-то взять мне? Домино, наверное, возьмем. На втором ходу вылетает только пуля. Так, вы сказали еще какой-то хороший... Так, я возьму, наверное, вот эту вот. А спектрум у нас дает постоянным картам плюс 2 к силе. Но дорого стоит, конечно, 6-5, блин. Так, Мунгерл. А Казар у нас, ваши карты с базовой стоимостью 1, получает 1 к силе. Кстати, это с белочками очень даже неплохо пойдет. Да-да-да. С белками это вообще будет замечательно. Плюс 2 к силе. А Пунишер у нас, так, плюс 1 к силе за каждую вражескую карту в этой локации.
Даже не знаю, что еще тут можно взять. Вот этого. С базовой силой 1, да? Плюс 3 к силе. Ну, поехали, попробуем. Попробую этой колодой, ребят, сыграть. Надеюсь, не оплошаем. Товн. Да что ты будешь делать-то? Ну, твою же налево. После каждого хода все карты здесь получают плюс 1 к силе. Ну вот как так, ребят? Ну у меня есть карты, блин. Ну единички, двойки есть, блин. Ну с какого? Сейчас домино получим. Сейчас получим домино. Она выпадает всегда на втором ходу. У него электро. Нет цели. Вот именно, что нет цели. Все карты здесь получают плюс 2 к силе после пятого хода. Так, а мы сюда ставим домино с тобой. Угу, дубль берет. Опять мне некого поставить. Да ядрен, матрен, но. Груд теперь у него, блин. Давай сделаем так. Посмотрим, что получится из этого. Сентинель. А тут кто? Лизард. Да. Уничтожил карту, гад. Ну давай посмотрим, сколько мы получим к силе здесь. Угу, угу. Тут двадцатка у него. Блин, я не могу здесь пока. Халка ставить. А смысл Халка ставить сюда? Подожди. Твою налево. Придется, наверное, так все-таки сделать. Бишоп. Ракета. Сентинель. Ауч, твою налево. Все, ребят, тут проиграл. Я не заметил, что это последний ход. Фу. Короче, друзья, меня раздражает то, что мне дают карты не те, что мне нужны. Но, ты посмотри. Да дай мне посмотреть колоду-то мою, блин. Ты издеваешься сейчас, что ли, надо мной? Я не пойму, блин. Ты посмотри. Вот, единичка, единичка, двойка, тройка. Какого фига он мне дает вот это вот барахло все, блин, которое мне сейчас в данный момент не нужно. Ну, давай уберем эту, хорошо, удалим ее из колоды. Ну, Капитан Америку взять? Ну, давай добавим. 1-1, 2-3-3. Ну, Казар, опять же, ребята, он только тех прокачивает, у кого... Единичка силы. То есть а Хавк что он сделает? Если вы разыграете карту здесь, на следующем ходу плюс 2 к силе. Да. Давай попробуем. Плюс 2 к силе. Ну это на следующем ходу, ребята. Сейчас Салбанис. Да ядрен матрен. Ну вы. Я офигею. Здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. Добавляет по карте ниндзя. Ну неужели, блин, домино хоть выпало.
снэпну. Будет он его перемещать, нет? Не знаю. На каждом ходу, если у вас здесь нет карт. Посмотрим. Опа, порезал. Он порезал. Ну что, ставим вот так вот. Ставлю Гамору здесь. Нельзя увеличить. Так, Намур. Последний ход. Ну, не знаю, что тут должно, ребят, произойти. Так, палач. Итак, что по итогу? По итогу мы выигрываем. Ну, нормально. Блин, почему я не мог больше четырех-то сделать? Непонятно. Я накликал, ребята, но почему-то не срабатывало. Так, уже 5 заданий выполнил. Нормально. Так, а здесь что? 300 кредитов, 50 золота, 500 опыта. Так, погоди-ка, что-то же доступно мне, да? Угу, угу. Блин, премиум нужен, зашибись. А без премиума никак, да? Нормально. Ничего себе тут. Йоу. Да вы серьезно, что ли? Бесплатно, бесплатно. Ну что, поехали еще разочек. Лупанем. Давай, 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 играть. Не расслабляемся, друзья. Блин, хочу 18 или 20 хотя бы ранг уже получить. Я все на этом 17-м топчусь, как этот Келнов. Что там у нас? Так, при раскрытии срабатывают на это локации дважды. Дважды? Так, вот сделаем. Так, у него мантис. Кто имеет больше карт? Так, муравей плюс корк. А, он мне камней накидал, да? Плюс 2 силы карт, когда перемещается сюда. А у меня нет хода. Снэпну я покажу, пожалуй. Кейбл. Ну, замешал, молодец. Давай сделаю так вот. Они получат по одной силе. Как лучше, наверное, сделать-то? Так все-таки. Наверное, и так.
Последний ход. Халка сюда ставить или куда лучше его поставить? Давай попробуем. Я рискую, ребята. Угу. И по итогу все, хана ему, ребят. Мы его раздавили. Мы его раздавили, как букашечку. Еще и снэп на 8, максималка. Как тебе такой расклад? Я считаю, очень даже круто получилось. Давай, доминошка, прокачивайся. Необычная. Окей. Так, ну что, еще про Тику? Последнюю на сегодня, да? Рубанем. Поехали. Поиск противника. Кингстон. Ну и что там за Кингстон? Так, у меня опять, ребят, как всегда. А, нет, нет, есть. На шестом ходу на эту локацию можно перемещать карты. Посмотрим. Ага. Белочку он, блин, сюда поставил. Так, что у нас тут? Получите копию карты из руки противника. У него тут палач, оказывается, был. Давай так вот сделаем. Да какое, блин, повторное подключение, эй! А где у нас смайлики? Я помню, смайлики можно было ставить. Так, третий ход, да? Что-то у нас. Тот, кто побеждает на этой локации, получает плюс 3 к силе. На остальных. Оу. Давай проверим. Грут. Грута паршивец поставил, да? Значит. Ну, хорошо. Блин. Он же наверняка кого-то будет ставить сюда. Если противник разыграл карту на этом ходу, плюс 5 к силе. Рискну. Он не стал, гад, разыгрывать карту здесь, прикинь. Последний ход. Блин. Ё-моё, ребята. Тут дело пахнет керосином. Ой, дело пахнет керосином, ребят. Угу. И по итогу... Да. Да, ребята.
по итогу мы выиграли. Фух. Неужели 19 ранг, ребята? Прям душевно, прям душевно. Я очень рад. А то прыгал все на этом 17 ранге. Как чепушило какой-то. А сейчас все шикарно. Так, мы можем улучшить какие-нибудь карты? Можем, например, бишопа, да? Так, окей. Давай дальше смотреть. Так, Марвела можем улучшить. Новую рамку для него. Таинственную карту берем, смотрим. Оу. Если эта карта сброшена или уничтожена, она разыгрывается на случайной локации. Чё себе. Так, этого можем, да? Анимированная. Вау. Легендарная, это эпическая. Мне кажется, тут потом еще будет легендарной анимации. Что это за таинственная карта? Сбрасывает карту с вашей... При раскрытии сбрасывает карту с вашей руки. А, ну это... Я понял. Это рубашка. Это, ребят, рубашка. Все, пока больше ничего мы, получается, улучшить не можем, да? Так точно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!